Первенство Нижегородской области по футболу среди команд-призеров зон Юг, Восток и Север проходил по кубковой системе. В этом году в нем приняли участие команды из Перевоза, Арзамаса, Княгинина и Сарова. На протяжении всего первенства наши спортсмены были лидерами турнирной таблицы. Но в финальном матче с арзамасскими футболистами Дюшекар уступил в серии пенальти. Финальный матч проходил по счету с нашим преимуществом. Арзамасы все время нас по счету догоняли, мы выходили вперед. Но основное время игры закончилось 3-3, а по пенальти, это футбольная лотерея, к сожалению, мальчишки отступили. Несмотря на то, что икаровцы на турнире стали вторыми, юные спортсмены не расстроились. Говорят, что серебро – это тоже хороший результат. На соревнованиях ребята пообщались с опытными тренерами и познакомились с сильнейшими командами области. В турнире было интересно, хорошие игры были, как бы турниры хорошие, очень был. Как бы игроки сильные, хотели первое место выиграть, но не получилось. В следующем году мы заберем... выиграем команду и заберем первенство. Лучшим игроком турнира стал вратарь Никита Мелехин. Юный спортсмен занимается футболом около 3 лет. По словам Никиты, на турнире он поймал несколько сложных мячей, летевших в ворота. Мне дали приз за финальную часть, потому что там в финале было сложно, но мы попытались выиграть, но в серии пенальти нам не повезло немного. У меня было радостно, я обрадовался, что мне дали приз. Это было так неожиданно. Я вообще не думал, что мне дадут приз. Сегодня икаровцы готовятся к спортивному турниру «Ближе к звездам», который пройдет в Нижнем Новгороде. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.